И начну с того, что сегодня в Кремле прошла встреча, посвященная четвертьвеку избирательной системы России. В Екатерининском зале президент Владимир Путин, члены ЦИК, руководители региональных избиркомов. Среди приглашенных председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров. В своем выступлении глава государства рассказал о необходимости жестко пресекать попытки вмешательства в избирательные процессы и голосование. Любые изменения должны укреплять принципы открытости и прозрачности. В частности, Путин назвал хорошей идеей голосование по месту пребывания, но отметил необходимость обдуманного подхода к новшеству, чтобы не создавать лазейки для нарушений. Напомню, новый вид голосования применялся на последних выборах в Ярославской области.